когда Христос входил в Иерусалим, ему одежды люди постилали, ему осанна дети воспевали, и фарисеи были рядом с ним. Ну а чего Христос ты так поник, и отчего Мессия ты в печали? Ведь если б даже дети замолчали, завопияли камни в этот миг. Иерусалим, Иерусалим, ты смотрел на город и молчал, ведь столько раз ты предлагал им счастье, хотел укрыть тенцов от бурненосья. Не понят бы народ свое кричал, и оттого ты плачешь, мой Христос. Столице он горы пепла скоро превратится, зальется кровью и потоком слез. Иерусалим, Иерусалим, ты как род людской, живя на всей земле, не видит счастья, радости и света, и жизнь влача без ласки и привета, он без Христа страдает в страшной мгле. А Иисус, принесший благодать, тихонько у закрытой двери стучит к тебе.